90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 артиллерии. Мы свернули на Малиновую Вараку. Самый большой рудник Карел-Слюды. Да я еду по Малиновой Вараке. Такой поселочек-то большой такой. Ну что, едем с Малиновой Вараки по дороге на сам рудник. Оп, стрекозы летают. Вот мы на самой Малиновой Вараке на шахтах. Так, ну кроме зданий тут ничего такого нету. Тут такая разруха вообще. Непонятно, где что было. Так. Ну вот, походу, ствол. Походу, это и был ствол. Шахты заваленный. А там машинное отделение. Да, все в плитке. Так, непонятно, что вот это за здание было такими колоннами. Кругом кварц, кругом. Тоже интересно. Может, и здесь что-то. Оп. Ботинки переодеть, что-то я попал. Прям на пролом. Что-то бетонное вот все. Здесь что-то завалено, наверное. Просто так. Не может быть так завалено. Ну вот все, что осталось от рудника Малиновая Варака. Вот здесь, я так понял, стволы были. Какие-то, я думал, в Малиновой Вараке он будет побольше сам рудник. Так, вот здесь вот что-то непонятно, что это. Тоже какие-то отвалы. Старые. Оп. Может, где-то карьерчик был. Но никаких штолен на Малиновой Вараке нету. Так что один мусор. Поселочек Малиновая Варака.
опустевший тоже из-за того, что рудник закрыт. Как-то так.